Стоит на гаишника. Хочет уйти от ответственности, гаишников восстанавливает и возвращает опять к машине. Реально, но гаишник ни при чем, он сам текает. Ему говорят расписаться в документах о том, что он пьяный. Он решил кулаками расправиться. Что-то ищет, наверное, камень. Что-то сейчас произойдет, нет? Разбил лобовое стекло. Паш, не надо, не надо, Паш! Ребят, вот так быть свидетелями. Это неадекватный полностью человек.